Культовая британская группа Depeche Mode отправилась в мировое турне. График гастролей музыкантов рассчитан почти на год. Первый концерт уже завтра в шведском Стокгольме, а завершится турне 27 марта 2018 года в Бразилии. Только в Европе музыкантов услышат 1,5 миллиона фанатов. Тур группы посвящен выходу нового альбома «Spirit», который музыканты презентовали в марте. Тогда в эксклюзивном интервью подробностям участники группы утверждали: «Мы приедем, и мы хотим выступить в Украине». Уже известно, что в Киев знаменитые британцы приедут 19 июля. Грандиозный концерт запланирован на стадионе «Олимпийский».